Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на обзоре у нас щенки шпица померанского, два мальчика и девочка. Сегодня им исполнилось 4 дня. Ну что же, смотрим. Не забудьте им поставить лайк. Слышно только временами, как они пищат так. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Вот пищат. И главное им сейчас только поспать, чтобы было тепло, светло. И мама рядом. Вот такие лапоньки. Смотреть и рассматривать их можно вечно. Вот такая красота у нас. Пью, 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 конечно, пью. Вот так дружно спят детки. Мальчик с девочкой похожи, но они все равно будут яркие. Спят себе, всех забот-то у них. Покушать да поспать. Вот такие лапусечки. Вот такие рыбочки. Вот видите, эти, наверное, рыженькие. Два рыжульки. Мне кажется, они сейчас стали еще темнее. Но все равно по вот этой вот полосе по цвету всегда ориентируются, знаете как? Вот по вот этой полосе от уха до уха. Это то, какого цвета будет щенок. Вот тут и по лапкам видать, что это такие будут. Рыжо-оранжевые ребятишечки. Ну, а этот мальчишка будет точно оранжевый. Ярко-ярко-ярко-оранжевый мальчик будет. Вот такая лапуся маленькая. Вот они когда спят, у них такие немножко как хаотичные движения. Ушки что-то начинают вдруг шевелиться. Лапки дергаться. Нервная система у них еще пока не совершенна. А можно еще по-другому расценивать, что когда они вот так подергиваются, это они так растут. А растут-то они в этом возрасте очень быстро. Кто там что-то нам хотел сказать? Вот такие вот. Видите, они так как подергиваются постоянно. То лапки у них дергаются, то ротик откроют, такие как сосательные движения начинают делать, как будто им снится, что они у мамы молочко сосут. Вот такие лапусечки, конечно. Вот так. Давайте я сверху сейчас вот так сниму, чтобы размер щенков лучше просматривался. Вот
Такие они малявочки совсем. Это я их близко снимаю, кажется, вроде как и большие. А издалека одно название, что собачки. Давайте их взвешаем, хотела сказать, снимем, взвешаем. Что у нас тут получится? Так, нам 4 дня. И вес у нас. Так, давайте сначала самого маленького, маленького, прималенького. Вот. Что у нас? 108. Ой, на целых 10 грамм стал больше. За сутки увеличился на 10 грамм. Вот такой малявочка. Он будет 100% миник. Не думайте, что он какой-то не такой или еще что-то и как-то. Вот он такой совсем малюсенький. Маленький, пузатенький. Такой весь розовый. Лапки у него розовые. Вот такой. Маленькое чудо. Чудо-юдо. Лапками он дрыгает. А хотел, знаете, на что внимание обратить? На то, что у него очень длинная шерсть. У него шерсть в 2 раза длиннее, чем у этих толстунов. Как-то было так показать, чтобы вам видно было. Так, куда-то побежал уже. Пешеходик. Вот смотрите, вот заметно сразу. Вот видите? Знаете, как он, как ежик. Пушистенький, пушистенький. Он будет очень пушистый и очень малюсенький. Вот такой. Ну, пигментации у него, конечно, еще нет. Но опять-таки, немножко что-то вот вокруг ротика. Что-то на пигментацию похожее появилось. Вот такой малявочный, малявочный, прималявочный. Вот смотрите. Но очень пушистенький. Вот такой. Вот ему 4 дня. А он уже пушится вовсю. Будет очень пушистый. Не знаю, в папу или в маму. Ну, цветом он в маму. Она у нас пока была молодой совсем. Она была очень пушистой. Но от того, что она приносит деток, она, конечно, уже не может одеться в такой степени, как было раньше. Ну что же. Все хотят маленьких деток. Хорошая шерсть. И ребенок очень приятный. Ведь он ползет куда-то. Ползет, 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 ползет. Еще поснимаем такую лапусечку. Вот, вот, вот. Ну, хвостик уже, видите, у него вверх торчит. Все у него прекрасно, хорошо. И чего ты? Это он наткнулся на кубик и проверяет. Вдруг это мама с молочком? Нет, пополз куда-то дальше. Вот такие они неуклюжие. Чем-то напоминает морских котиков. Вот, видите. Ну, хвостик уже пистолетиком. Ползет, ползет, ползет. Куда ползет, непонятно. Ну, ладно, давайте следующего будем смотреть. Вот такой малыш. Будет мини-мальчик. Вот еще один пешеходик. Близко-приблизко снять, наверное. Или наоборот, ничего не видно от этого близко-приблизко. Вот такой вот. Кряхтит, не нравится. Давай тебе всего вокруг покажем. Вот, рыжий-оранжевый мальчишка. Вот так. Вот такой у нас ребенок. Так, кто это?
Ой, это девочка, кажется, не мальчик. Так, что включаем весы? Что у нас там, нолик? Так, давай, ребенок, запрыгивай, если можно так сказать. Что у нас там показывает? 175. Если у нас самый маленький поправился на 10 грамм, то самая большая девочка у нас, она поправилась на 25 грамм. Вот так растем. Чья-то радость подрастает. И что отвернулся ты? Давай мы тебя повернем. Вот. Посмотрим, как ты двигаешься у нас. Будет такой оранжево-рыженький. Ой, точнее оранжево-рыжая девочка. Вот такая. Маски вот этой черной не будет, сразу говорю. Шерсть более плотная. Ну, короче. Ну, в два раза короче, чем у нашего вот этого светло-оранжевого мальчика. Ну что, давайте следующего взвешивать. Так, где этот мальчишечка? Вот. Подожди ты, подожди. Мы дай тебя посмотрим. А, этот вообще шустрой. Смотрите, какой. Только его разбудили, он тут зашебуршился. Ищет, где же она, эта мама. Со своим молокопроводом. А, смотрите, какой шустрый. Это мальчишка. Будет оранжево такой рыжий. Яркий мальчик будет. Ну что же, взвешиваем. Так, где наш нолик? Вот он. И взвешиваем этого мальчишечку. Ой, 180. Вот он, смотрите, пытается вылезти. Что-то я не посмотрела предыдущие видео, сколько весил мальчик. Ну, похоже, если этот 180, а девочка 175, то там сколько? 150 весил мальчик, а сейчас 180, значит, на 30 грамм он стал больше. Тут всего на 10 грамм поправился ребенок. Ну, это скорее будет миник. А это, наверное, стандартные будут щенки. Хотя посмотрим. Там потихонечку кряхтят, кряхтят. Да ладно, главное, что не плачут. Раз не плачут, значит, все хорошо, сытые. Тепло им, сытно им. Ну-ка, давай. Тебя посмотрим. А ты чего там ищешь, что ли, чего? Нет, они дружно все ж сопят. Вон только слышно, как сопение детское. Вот этот еще раз обращаем внимание. Самый малюсенький будет. Миник. Вот такие маленькие красотулечки. Щенкам 4 дня. В этом возрасте они становятся такие вот пузатенькие-пузатенькие. Крепенькие. Он, видите, какие они. Вот широкогрудость, видите, уже просматривается. Крепкие такие уже щенки. Хохолки у них на это самое, на голове. Вот такие вот лапуськи. От пупка уже там и следа нет. Отпал, все зажило, ничегошеньки уже и нет. Вот такой маленький пузатик. Такая вот маленькая пузатая девочка. В этом возрасте они все такие пузатистые. Вот такой ребенок.
посмотрим. Вот она тоже вся при пузике. Тоже такая пузатенькая. Но пупок у нее еще как бы видно. Место пупка просматривается еще пока. Вот такая. Мальчик такой вот. Вот он сладко посапывает. Вот они, такие детки. Дружно. Спят все в обнимочку. Это тоже крепыш такой. Вот. Не нравится, что к ним лезут, начинают вырываться. Вот они маленькие такие пузатики. Маленькие пузатики. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Особый респект тем, кто подписался и поставил лайк. Наши деточки растут, развиваются. Все у нас в порядке. Чья-то радость подрастает. Ну и как всегда, оставайтесь с нами, растите с нами. Ждем вас в следующем видео. Ну и как всегда, здоровья вам и вашим любимцам.